Проект «Чудо-техника» является пилотным проектом в рамках реализации платформенных решений цифровой экономики, которые сделал город. Проект основывается на платформах и технологиях для того, чтобы решить одну важную социальную, в том числе, задачу – соединить человека, у которого сломалась техника, и хорошего инженера. Почему именно данный сегмент? Потому что все знают, что очень много мошенников именно в данном сегменте, недобросовестные сервисные центры технику забирают, шантажируют, накручивают цену. Платформа, которая создана, проект «Чудо-техники», просто это все нивелирует, делает это невозможным. Создает честную конкуренцию. Человеку не надо думать, кто будет чинить. Он просто решает свою проблему в один клик. Вся информация по ремонту доступна по СМС, по телефону, в личном кабинете. Ну, как это все привыкли делать там, в рыночных сервисах, которыми все уже широко пользуются. Так как этот проект является частью цифровой экономики, он уже априори имеет инвестиционную составляющую. Два направления. Первое – это прямые инвестиции в проект. Это интересно и производителям техники, у которых есть некоторые проблемы с сервисными центрами, которые монтируют по гарантии. Это и поставщики запчастей. Второй момент – это прямые инвестиции. Любая платформа нацелена на расширение своей там, целевой аудитории, а это повышение денежного потока. Город готов возвращать инвестиции, которые будут вкладываться напрямую в этот проект. Вторая инвестиционная часть – это тиражирование этого решения как услуги. Город создал решение, это типовые бизнес-процессы. Готовое программное обеспечение, готовая нормативно-правовая схема, которая готова делиться с другими регионами, готова делиться с другими там, отраслями, не только же там, при ремонте техники есть проблемы. И готов это предоставлять для того, чтобы там, регионы с нуля не создавали, брали это решение, использовали это как платформа, как услуга, вот там девиз этого направления.